что, ребята, палим или нет? 4:30 утра. Ну я бы вместо печенежского водохранилища. Да, тут нормально. А что ж нормально, если все скатываться будет? Костер скатываться будет в этот. В резервуар. Сергей, здесь разжигаем или где-то еще? А выше. Да не, мы тут разжигал. Чутка подкопать ногами, чтоб было. Куда ты торопишься? Мне надо быть в 11 Харькове. Утра? Ну не вижу. А зачем? Дела тебе. Лёха, ты кодр, реально. Забей. Перенеси. Блин, как-то стрёмно в 4 утра звонить людям и переносить. Ну тебе ж кто-то позвонил. Не, ну ладно, в 5 уже можно. В 5 уже можно? Ваня же к людям может звонить в 5 часов утра. Так уже эти петухи пропели, смотри, уже солнце встало. Нет, еще не встало. Жарить сало. Сейчас около 5 часов утра. Мы на печенежском водохранилище. Солнце уже, можно сказать, высоко. Ну, чуть-чуть. Ушатанные люди лежат, подняв головы, да, вроде и все живые еще. Чуть-чуть поспали и спустились на жопах по вот этой вот горке вниз покупаться. Солнце уже высоко. Заход отличный, песочек чистенький. Вода хорошая, теплая. А, песок до сих пор ссыпается там, где я слазил. Там птички живут в норах. Кругом всякие аисты летают. Тоже, наверное, живут в норах. Или в дуплах.